О культуре. Сегодня 225 лет со дня рождения солнца русской поэзии. Выставка, посвященная юбилею Александра Сергеевича Пушкина, откроется в Художественном музее Алтайского края. Она называется «Душа в заветной лире». По строчке известного стихотворения классика «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Здесь о личности и творчестве Александра Сергеевича на языке живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства. Больше 70 экспонатов – произведения 29 художников. 7 из них – наши, алтайские. Причем представлены в зале не только произведения изобразительного искусства. Также здесь предметы, характерные для дворянского быта пушкинской эпохи. Кошелек, визитница, флакон духов, дамские перчатки, пистолет из разных коллекций. Художественного музея, музея «Мир времени» и даже из частных. Кроме того, здесь много иллюстраций к произведениям Пушкина. К стихам, прозаическим произведениям, это, например, повести Белкина, «Капитанская дочка», и драматическим, «Маленькие трагедии». Иллюстрации здесь представлены и в произведениях декоративно-прикладного искусства. Так, например, у нас есть великолепная фарфоровая скульптура автора Чичулиной, называется он «Царевна с волком». Очень красивая, уникальная авторская работа. И автор Полишанин Рожков представлен здесь шкатулкой. И шкатулка палехская, черно-лаковая миниатюра с применением золота и серебра традиционная. И здесь на крышке этой шкатулки представлены эпизоды поэмы Руслана и Людмила. Кроме того, на изображениях пушкинские места – лицей, горный институт, Михайловская, там, где поэт был в ссылке. Есть триптих «Пушкин и декабристы». Познакомиться с этими и другими экспонатами можно до 13 июля, без возрастных ограничений.